Очень бы хотелось, чтобы закон все-таки обратной силы не имел. То есть если изменения те или иные в законодательстве в отношении СМИ, персональных данных, там, то, что считается распространением, например, информации о наркотиках, ну, неважно, любой темой, были приняты в 2018 году, то давайте как бы право применения осуществлять, исходя из того, что материал вышел в 2018 году, любой, в любом СМИ. А если этот материал был в 2016, в 2003, в 2001 году и так далее, то это как бы все-таки, ну давайте понимать, что это архив, история. И, по крайней мере, наказывать за то, что вышло тогда, 10 лет назад, сегодня, исходя из изменившихся правил, ну немножко глуповато, на мой взгляд. Вот это хотелось бы привести как-то в соответствие.